У меня здесь рекорд, плотва кило 100. И несколько плотвичек было по 900 грамм. А что вас потянуло на соревнования? Почему нельзя просто ловить рыбу и... Что, просто нельзя соревноваться? Ну, я считал, что я уже хорошо ловлю, могу посоревноваться и больше и лучше других ловить. Ну, ошибался поначалу, а потом так иногда удавалось. Надо. Вот ловить с большой скоростью рыбку мелкую, допустим, даже это спорт. Потому что руки отваливаются потом просто отваливаются. Вот он, вот она. Вот. Командная работа Миненко Тим. Опа, Юрий Анатольевич, поздравляем. Мне повезло, у меня мой тренер Оскар Яковлевич Соболев. Великолепный человек был. Он и поверил в меня, и научил многому. Вот был момент переломный, когда я, казалось, достиг какого-то уровня, но не международного. А потом вот стал вопрос, или болтыхаться дальше, или идти дальше. Ну, он сказал, что давай дальше, потому что у тебя получится все. Поверил в меня, и вот раз я первый выезд, который за границу выехал, я очень удачно выступил, и далее, и пошло. По возрасту. К счастью, вот этим можно заниматься до конца дней своих. Лишь бы силы удочку держать хватило. Проверьте все свои системы. Все, папа. Поймаем мы рыбу? Я все поймаю. За 800 тысяч. Поймаю. Первое место 700. Самая крупная рыба 100. Это будет одна рыба. Она же первое место, она же самая крупная. Это будет Миненко Тим. И тут он проснулся. Сейчас скоро старт уже. Успехов вам. Доброе. Первый, второй. Старт. Третий, четвертый. Старт. Двадцать первый, двадцать второй. Старт. Петр Васильевич, мы взяли его! Троллист! А? Еще тот! А? Нифига себе! О! Начинаем подведение итогов. Да, все точно. Гирька 20 грамм. И на дисплее тоже появляется 20 грамм. Так, пожалуйста, тем, кому сегодня сильно повезло, подходите сюда поближе, чтобы вы видели воочию, какой длины были ваши трофеи и сколько они весили. Пожалуйста, команда «Белый клык». Станет легче. Главное, ничего не откусывай у него по пути. Ребята, дадите до черта. 74 сантиметра. Хотите его обезводить? 5 килограмм 460 грамм. Ура! Так, Петр Веренко, второй трофей. Во сколько клюнул? 12:35, 13:00, что-то такое. 40. То есть он шел на ужин и взял на ужин. Уходим. 70 сантиметров. 70 сантиметров. 4 780.
можно? Куда еще посмотреть? На меня! Опа! Сюда смотри! Петя, сюда смотри!